Привет, дорогие друзья! У нас сегодня на распаковке еще одна посылочка. Вот такая вот. Пришла она из Китая, с сайта AliExpress. Здесь, скорее всего, фонарь. Я заказывал фонарь. И вот, скорее всего, вот он пришел. Да, это фонарик. Здесь все пусто, никаких подарков, к сожалению, нету. Вот такой фонарик. Значит, он полностью металлический. Как там производитель написал, что это якобы алюминий, но, скорее всего, это не так. Вот. Здесь есть крепление для того, чтобы носить его там на поясе или где-то еще. Здесь, соответственно, прорезиненная кнопка и отсек для установки батарейки. Батарейка, судя по всему, здесь идет одна. Сам фонарь светодиодный. Вот видно очень хорошо светодиод. Сейчас я возьму батареечку, и мы с вами посмотрим, насколько это... Видно, не видно, видно, да? Насколько хорошо он светит. Так, вот я взял батарейку, мы берем наш фонарик. Судя по всему, есть батарейка именно такая. О, уже засветил. Вставляем. Закручиваем до конца и да, прям Columbia Pictures. Свет очень яркий. Сейчас мы выключим свет вообще и проверим. Вот как бы снова такой как бы полусумрак. Да, фонарь светит очень ярко, просто нереально ярко светит. И имеет при этом еще очень небольшую, как бы, здесь, я так понимаю, нет, он не регулируется. Или регулируется? Нет, он не регулируется, хотя вот эта вот часть подвижна. Нет, регулируется, ребята, он регулируется. Реально. И вот световое пятно меньше. И вот так световое пятно будет больше. Да. Все, ребята, он абсолютно реально регулируется. Только регулируется вот каким образом. Надо его не крутить, а вот просто раз и потянуть. Так он чуть меньше становится пятно. То есть практически... Вот я не знаю, сейчас будет видно... Вот такое. Оп. Вот такое пятно. И если его, соответственно, потянуть, то вот оно становится шире. Вот видите, как вот. И это, кстати, вот мы сейчас смотрим, это не при, как бы, вот еще, ну, достаточно светло. Слушайте, ну что сказать? Сказать, что... Фонарик, как мне кажется, очень хороший, очень мощный, вот, и отлично очень светит. И, соответственно, за счет того, что он металлический, еще раз я вот постучу, это все металл, и имеет вот здесь скобу для... крепление, к примеру, там на ремень или куда-то еще. И при цене в порядка 100 рублей. Очень хороший, яркий. Батарейка одна, кнопка прорезиненная. В общем, всем тем, кто хочет приобрести такой фонарик светодиодный, будет информация, ссылочка будет внизу под видео. В общем, кому нужно, покупайте, смотрите. Всем удачи, всего, как говорится, доброго.